Да, это очень красиво. Это мне нравится. Чем-то похоже, знаешь, на Модильяне или что-то. Ну, хотя... Какие-то рамы интересные, да? Да, супер. Что это за художник тут? Фамилия, нет? Здесь видим гранат. Разве мы видим гранат? Стиль старых мастеров. Рембрандт, Рубенс, голландцы. Похоже на муху. На муху? Да, из своего боя. А, точно. Ну да. Попечки. Да, как будто из «Звездных войн», реально. Тима, да. Это вообще похоже. Нет. Да, это есть, да. Да, кстати. Ха-ха-ха. Круто. Да, красиво. Очень интересная работа. Это соединены две штуки. Казахстан, блин. Вот это тоже красиво, глянь. Смотри. Это просто как искусство горох. Там дырочки, в нем и пыль набьется. А?
Анны Багратуни. Да. Начинаем разговор. Вадим Суворов, Украина, Одесса. Мы очень рады, что нам удалось все-таки Украину вытянуть сюда. Прекрасный художник, прекрасный живописец. Харьковская школа до сих пор живая. Школа отличная, отличная живопись. Андрей Нода, Казахстан. Наталья. Наталья, надо ходить. Это жена. Андрей, ну, Андрей, я считаю, что должна остается, если вместе с нами. Так. Владимир Чумаков, Орлеанский. Находите. Очень вовремя, очень вовремя. Вот и я работаю. Они все-таки уже стоят. И последний у нас участник есть. Это выдающийся скульптор из Испании. Рафаэль Редия Куэрос. Мы очень старались привести его работы на эту выставку, но оказалось так трудно это сделать, что у нас никак не получалось. В последние дни пришла в голову очень хорошая мысль сделать приветствие его и сделать его вот такой большой красивый ролик онлайн-участия его. И тоже он не успел его сделать, извините. Но тем не менее на нашем... Да, красиво. Это камера не передает, кстати. Аппарат передает.